Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. В четверг Зауралье окажется практически в сердце обширного азиатского антициклона, благодаря чему жители региона ждет преимущественно солнечная, тихая и довольно теплая погода с температурным режимом на несколько градусов выше своей климатической нормы. В Екатеринбурге +31, +33, возможно гроза. В Челябинске и Тюмени от +29 до +31 градуса, преимущественно без осадков. В Кургане малооблачно, без осадков, ветер переменный, слабый. Температура воздуха +14, +16. Днем в Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха +28, +30. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба. 4 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!